Перископ майки.орг. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Привет, Рус. Я не серьезно, я просто смотрю, что пишет. Что ты такой, говорит, серьезный? Я вообще не серьезный, братан. Пытаюсь увидеть какой-нибудь интересный вопрос, что это такое. Но пока не вижу. Как обычно, в принципе. Ну, в Барселоне теплее, во всяком случае, чем в России. Who's my biggest inspiration? Like, my biggest inspiration is a lot of different artists from States. A lot of different, like, 36 Mafia, like, Ryder Clan. A lot of artists. A lot of old school. A lot of different shit I used to be listening to. Что с дредами? Ничего с дредами, все в порядке. А вот что с ней? Ничего. Тамбовские шишки, да у вас в Тамбове, да у вас вообще в России нет шишек почти. Все, что вы курите, это полная залупа, пацаны. Уже хватит выпендриваться реально этой хуйней. У кого там какие шишки, вы не видели вообще дури нормальной в жизни. В своей, блядь. Томас. Окей. Дагестан, салам алейкум. Бля, мэн, я курю то, что ты никогда в жизни ни своей не видел даже. Я сейчас вообще трезвый, если что, сижу. Я не обкуренный. Абсолютно трезвый. Я даже не так часто курю. И очень редко это бывает.
Просто если я курю, я курю то, что, до чего вы никогда не доберетесь. Чуваки, все то, что вы там вот всякими, вот вы ёбываетесь какими-то спайсами непонятными, это даже не трава, чуваки. Еще раз говорю, вы нормальную травку не видели. Просто вы ее не видели. Я вам это за базар отвечаю. Вы ее не видели. С Тиксом, конечно, будут работы. Просто у меня сейчас такое количество битов на компьютере, что я даже не знаю, с чего начать. Too much. Да-да, мне знаешь, там Русик иногда там пишет, да ты там курнешь в Тамбове, там, или в Туве в какой-то, или еще какой-то, ну, в селе в каком-то. Чего у вас там есть, пацаны? У вас там ничего нету, лучше бросайте, блядь, то, что вы там курите, и занимайтесь спортом, блядь. Потому что то, что вы курите, вас убивает. Как минимум. Вот когда у вас будет вот что-то такое вот, хотя бы примерно, когда у вас будет вот такой ставчик, вот такой, вот видите, вот такой вот, когда у вас что-то вот такое вот будет в жизни в своей, вот это вот, да? Вот это вот там. И так далее, пацаны, тогда вы можете говорить мне за шишки, а пока не надо ничего рассказывать. Вот, просто я бы на вашем месте вообще бы ничего не курил, просто, ну, нету смысла даже курить. Просто нету, не вижу смысла в таком. Здравствуйте. Привет, привет. В Перми пермские шишки круче твои. Вот, девочка, просто растворись, пожалуйста, я тебя прошу. Ты шишек не видела? Ты видела, если шишку, то только у кого-то, блядь, чью-то нахуй, блядь. Но не те, которые нужно, блядь. Сука.
Нету нормального стилька, парень, нету. То, что ты пишешь, это все мимо, еще раз тебе говорю. Просто мимо, нахуй. Просто мимо. Даже у тех ребят, у которых ты думаешь, что нормальный став, это залупа, нахуй. Вы ищете, вы там довольствуетесь только тем, что вам дадут, еще раз объясняю. Когда иногда, конечно, какой-нибудь гровер, блядь, вырастет с нормального ставчика, там, сотку, пару, так она разлетится, этот ставчик, за два дня его не будет, понимаешь? Ты его даже не попробуешь. И все равно это не то. И все равно уровень не дотягивает по сравнению с этими шишками вообще. Чувак, мы курим конфеты тут уже давно, просто конфеты. Я не понимаю, о чем вы мне пишете. Еще раз говорю, я даже сейчас не обкуренный. Давайте вообще не будем про траву разговаривать. У вас других тем, что ли, разговоров нет? Так вы не говорите только про траура, потому что вы только это и пишете. В смысле? Расскажи о планах на ближайшее будущее, чем планируешь заниматься, чего достичь. В ближайшее время я буду постепенно готовить 4-й альбом, но когда я его релизну, и никаких сниппетов в сеть я не буду выкладывать и ничего вообще говорить о 4-м альбоме. Просто я его готовлю. И это, наверное, самое главное. А еще будет... Обязательно будет фит с Собиком, конечно. С Никитосом будет фит. В любом случае. Еще я готовлю такой сюрприз небольшой для всех своих слушателей. Ребят, которые очень давно просили меня сделать треки такие, как «Никто не нужен», там «Благодарен», «Марихуана», вот такие треки. Будет целый небольшой такой микстейп или EP, где будет только такая музыка. Но я чисто на самом деле делаю это для себя. Насвай, дай бог тебе этого не употреблять. Кто насвай, что вообще, о чем у вас, что у вас в голове, блядь? В России миллиардный раз вопрос задаете, забудьте про Россию, пацаны. Я туда не приеду в ближайшее время. И даже если что-то будет получаться, скорее всего, я туда не поеду. Тысячу раз отвечал на этот вопрос, уже можно мимо. Кизару, можно набить такого же призрака, как у тебя? Слушай, вот таких, на самом деле, как ты, очень мне часто вопросы задают ребята. Если вы хотите, пожалуйста, это же ваш, чисто ваш выбор. Хотите, делайте, я никому ничего не запрещаю, да и как могу запретить? Это же глупо. Ч
сейчас. Привет, бро. Давно хотел спросить, как относишься к Путину и политической обстановке в России в целом. Слушай, я на самом деле уже были у меня интервью, где меня за Путина спрашивали и за все остальное. Я даже не знаю, что сказать тебе. Самый богатый человек в мире. Владимир Владимирович. Самый опасный, наверное, человек в мире. Не знаю, наверное, это сильный президент, но... Даже не знаю, что сказать. Сильный, но там, у каждого президента есть свои недочеты, так сказать. Он внутреннюю политику... Я уже 1000 раз, на самом деле, говорил. Внутренняя политика у него проседает. То есть, если он ведет очень сильную внешнюю, но... Но, к сожалению, блядь, и самое же смешное, блядь, что непонятно, вот, кто его сменит, будет ли он лучше или нет. Такой вопрос, на самом деле, серьезный. Не могу ответить тебе на него. Послушай. Спасибо большое. Привет, Влад. Как ты? Как Штаты? Я в порядке. Вот пытаюсь общаться с молодежью. Ладно, ребята, я пойду, наверное, уже. Хорошего вам. Хорошей недели вам, которая начинается. Успехов вам и... продвижения. Надеюсь, что у вас все будет хорошо. Обнял вас.